подружкой кокеткой, бумажной нимфеткой. Дуэции коснулись несчастья не раз. Послушаем вместе их печальный рассказ. Блять! Наконец-то началась моя новая самостоятельная жизнь. Комнатка небольшая, но светленькая. Блять, я весь дрожу, я в нетерпении познакомиться со своими новыми домочадцами. Какие они будут? Ну ведь какая бич? Не здрасте, не до свидания. Не спасибо, не пожалуйста, просто вот так вот нагадить в душу. Ну вот, по-моему, там сосед и хозяин идет. И извиняться, наверное. Я готов был простить этот вонючий вчерашний суп, позавчерашний факинг салат оливье и чайную заварку. Скоты. Они не просто плюют мне в душу, они туда гадят. Твари. Влюбленной парочки мне только и не хватало, блядь. Все, пиздец, я сломлен. Какая в сущности нелепая жизнь? Какая нахуй хуёвая смерть?